По словам представителя Кабмина, такая информация является «вбросом». Подробнее на сайте. Стало известно, сколько заработают Артем Дзюба и Игорь Смольников в «Локомотиве». До этого лучший результат принадлежал «Сиберпанк 2077». К вечеру 7 февраля в городе усилился ветер. Битюль выступала за «Меринос», а ее муж Бедреддин Чакыр играл на любительском уровне. Подробнее на сайте. Официально об этом могут объявить сегодня вечером. Строительство последних станций завершено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом. Он предложил Путину открыть последний участок БКЛ. Тем не менее, у некоторых москвичей, кто пользовался станциями БКЛ, есть ряд претензий к проекту. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!